которые переехали из Украины, ну вот, 2 года назад. Вообще, вы прям хорошеете. Ну, страшно красивый. По-болгарски просто страшно красивый, да. Спасибо. Да, слава Богу. Люба, я просто восхищаюсь. С 3 детьми она приходит еще на каблуках в платье. Господи, стыдно потом иногда становится. Да, слава Богу. Ну, 2 Наташи наши, это вообще можно посмотреть и сказать, да, какой я буду, да, когда мне будет за сколько-то, слава Богу, за 30, да. Оля умудряется при всех ситуациях оставаться элегантной. Я вообще не знаю, она даже по средам... Да? Ой, спасибо. У нас был такой случай, ну, пока детей нет, еще один смешной случай расскажу. Трездиас, ну, там сидят по разным местам и называют фамилию, нужно встать, сказать имя и представиться откуда. Ну, и встают наши красавчики, там один красавчик, второй, третья красавица, и говорят. И в конце уже подходят к концу и говорят, значит, Санер и Анна, и Алла Карагиоз. Они встают, и там, кто их представлял, говорит, ну, вы, наверное, тоже из Варны. И они такие, да, Варна. Они говорят, ну, Варна просто отжигает. Ну, то есть, ну, все самые красивые верующие собрались у нас в церкви. Да, ну и как пастор. Ну и, соответственно, самые красивые дети, да. Да. Пойдемте, Злата, пойдем. Выводи детей. Злата, ведущая. Давайте так уберем, чтобы не было преград. Ой, ну прекрасные, да, дети? Давайте прострем наши руки. Там самая младшенькая спит. Господи, мы благодарим Тебя за это сокровище, которое Ты нам даешь. Господи, дай нам в полной мере принимать и ответственность, которая на нас. Ты нам доверил этих детей, чтобы мы их могли воспитать. Господи, чтобы передать все наследие, которое Ты нам дал этим детям. Дай нам мудрости, Боже, дай нам терпение. Господь, веди нас в первую очередь быть примером для наших детей во всем. Благословляем наших детей, благословляем Татьяну. Детское служение сегодня благословляем во имя Иисуса Христа, Господа нашего. И церковь скажет «Аминь! Аминь!» У нас вернулся Эдди, брат из миссионерского путешествия первого. Брат Эдди сей вернул от миссионерского путешествия. Но, к сожалению, он заболел. Но, за сожаление, то есть я разболел. Да, ну то есть пусть выздоравливает. Потом он полон желания делиться с нами то, что он пережил. Сам удал здравей и то и полен со желания. В Сирии и Иране. Да, споделить то, как это я переживал в Сирии и в Ирак. И в Ираке, да. И в Ирак. Да. Ну, надеемся, в следующее воскресенье выздоровеет. Надеемся, следующая неделя, то вечер, да, здрав. А, да. С видеоклипа начнем. Хорошо. Ты започнем от видеоклипа.